You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh, some things never change, never change, oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, you'll break your back to make me feel again. Июля. Сегодня праздник в городе, вон везде флажки навешали. Как говорится, день освобождения справляется сегодня. Мы покидаем город, едем на экскурсию смотреть места. Вчера у меня вечером тоже беготня была, как говорится, мы ездили смотреть пятый форт, потом на массаж, это я ничего там не снимал, на массаже мне банки поставили. 90 минут стоили 120 рублей, нашими это примерно, может быть, там где-то 45-50, где-то так вот. И потом к доктору еще сходил, спросил, почему у меня шея болит, не проходит, но он прописал там мне кое-что, надо еще в аптеке купить. Покидаем город Брест. Вот такой вот символ стоит здесь. Резина такая с каким-то материалом там внутри. Все, здесь уже трасса пошла. И флажки не заканчиваются. Памятник здесь погибшим. Вот, и там сзади собор тоже. Вот такие вот пушки стоят с большими ядрами. Короткие пушки. Орел наверху. В память... 1812 года в войне с Наполеоном была раньше рядом такая деревянная церковь, кладбище здесь было. Вот в городе Кобрин набережная, красиво, река тоже красивая, широкая. Переезжаем мост, здесь опять такая маленькая церковь стоит. Приехали в город Береза, не знаю, сколько мы километров проехали, вот такой вот церковь здесь. И здесь большинство памятник, ну, это вся площадь поставила, стоит в память в войне с Афганистаном, потому что здесь авиация присутствовала в то время, военная техника, которая участвовала в Афганистане, такой вот самолетик, я даже не знаю, как называется, сейчас посмотрим. Что здесь стоит? Фронтовой самолет, штурмовик Су-25. Читайте. Ставьте на паузу и читайте. Заходить за ограждение и трогать руками запрещается. Какие у него защиты на переднем колесе, вон. Розетка сбоку. Широкие резины. Тяжеленькие, наверное. Здесь бронетранспортер БТР-62Б 62 года. Вот, читай. Спереди небольшая бронь висит. Или как можно сказать, лопата, наверное. Четыре колеса. Вход сзади. А, там это... Они же амфибия тоже. Вот такой вот танк, который я впервые вижу. Хотя он участвовал тоже в Афганистане. Вот читаем.
для воздушной обороны и наземной. Тут напротив знаменитый вертолет боевой такой вот, акула, которого показывали в Рэмбо. Вот читаем здесь вертолет Ми-24 и проходим всю информацию. Вертолет стоит. Самая массовая продукция. Используется даже, может, и сейчас. Вот его название и описание. Проехали мы поселение Косово. Там осталась тут парковка. Вот мы еще туда пойдем. Старые здания, ну, домики деревянные стоят. И тут вот замок, или как сказать, крепость такого господина Немцевич. Постройка начала 19 века. Пойдем посмотрим. Говорят, что сюда европейцы, короли и все эти приезжают сюда отдыхать на бал. Просто, как говорится, как мы, куда-нибудь туристы насыпемся сейчас, так и они сюда приезжали. Потому что здесь есть особенности, которых не было у них. Этот вот весь холм, как мне сказали, что он искусственный. Землю сюда навезли, чтобы была высота. И поставили эту крепость сюда. Задний подход. Вот тут видно, ворота сохранились. Там еще старые камни на дороге. Вот будка охраны выложена. И вот сзади немножко по-другому выглядит. Также башня сзади. Очень много ласточек летает. И вот говорят, что раньше туда в лес уходил парк. Хозяин скульптуры Войцех Пусловский. Вот такой вот. С европейским отличием. Такие вот печки, вазы. Национальное достояние. Здесь вот домики. Конечно, восстановлено все. У них вот крыша также покрыта соломой. Вот два яруса видно. Один этаж, второй этаж. И вот такой вот дом со ставнями, обточенные бревна. Здесь вот там порог, он большой. Внизу, наверное, погреб выложен камнем. Вот такие вот двери, терраса. Крыша вон такая, вот. Воздух, чтобы заходил, там можно травы сушить, еще что-то. Такой вот двор, ну это сарай, да. Похож, вот где сено хранили, еще что-то. На обед остановились, вот такое вот поселение какое-то. Тут у рынка остановились. Перекусить немножко. Хотя я что-то сегодня вне настроения какой-то, после массажа. Я так думаю, что у меня банки ставили вчера на спине. Прям красные точки. Поэтому мне, как говорится, вся кровь ушла, наверное, в спину, наверное. Что-то такая вот слабость, неохота ничего делать. Хожу так вот в развалочку. Приехали в город Пинск, парканули машину. Здесь вот костел такой старый, но башня не сохранилась. Речка такая большая, судовая. Здесь такой вот дот стоит, который во второй охранял. Мост был раньше другой, примерно такой же высоты. И вот будем гулять здесь. Там еще церковь посмотрим. Прошлись дальше по набережной. Вот такой вот катает туристов пинский. Здесь такой вот, как ракета их называли, стоит на сваях. Здесь также бункер немножко припрятан, прикрашен, сразу не заметишь.
Эта ракета плавала, вот такие вот крылья под низом еще были под ней. Когда она разгонялась, ее эти крылья поднимали и несли над водой. Спереди примерно так же. Вот так он выглядит. Суперспортивная яхта. Во Второй войне участвовал вот такой вот броневик, кораблик. Вон у него задние пушки. Историю тоже немножко изучал, когда в Питере там тоже они обороняли, снабжали людей, перевозили. И их мало выпустили. Вот от пушки, от танка кабина. Вверху еще у него там это стоят обстрелы. Их мало выпустили и использованы были во второй только. БК-92. Ну, глубина он небольшую не брал. Где-то вот до метра и все. Ему хватало. Ну, вес он, наверное, большой был. Как ракета прямо. Центральная улица для пешеходов. Красивая. Похоже немножко на Европу. Театр. Это сейчас музей. Раньше это был университет. Большое здание. 4 этажа. И живая музыка. Вот этот музей нарисован. Это сейчас, и вот рядом за ним была церковь, которую сейчас снесли примерно в 50-х, чтобы сделать площадку для Ленина. Там в парке стоит Ленин. Возвращаемся в город Брест, заезжаем, здесь везде подсветка, уже 10 часов. Save myself by turning into stone. So save your judgment, 'cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh.